Здравствуйте, на Первом канале «Колхозные новости», с вами Андрей Ухарев. Итак, дорогие друзья, пять минут назад стало известно, известно о бракосочетании Дормидонта и Евдокии. Молодожены уже появились, то есть поклонились, то есть поклялись друг другу в верности и уже с ихними друзьями празднуют своюшную свадьбу. С поздравительным словом выступил ихний друг, то есть царь, я прошу прощения, пока что еще президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. У меня к вам две новости. Одна хорошая, а другая тоже хорошая. Но теперь уже не новость. Два человека наконец-то решились узаконить ихние взаимоотношения и создали семью Пупкиных. Поздравляю Дормидонта. Наконец-то он набрался смелости. И молодец. Его нашим мужеству и отваге можно только позавидовать. Но я не буду, потому что я президент. Поздравляю Евдокию. Мужайтесь. Вам неслыханно повезло с мужем, а ему с женой. Совет вам да морковь. Но я передаю слово под президенту Америки Джо Байдену. Ну, а что ты сделаешь, коли настоящий любил? Я вон когда влюбился, так и сердце было сбылось, что, думаю, так и выпрыгну из штанил. В общем, Дормидонт, приехал бы ты к нам на Америку, я бы тебя хоть гарным салом угостил. Ну, а поскольку ты от нас далече, значит, ты сала немає. Я тебя умоляю, он все равно не приедет. Незалежный президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодоженов. Дормидонт и Евдокия, вы только не плачьте. Как говорится, что уже сделано, то сделано. И пускай. Обратной дороги все равно уже нет. Мой вам совет. Рожайте. Получайте пособие и отобьете вашу свадьбу. Не вижу повода для грусти. Главное, чтобы было здоровье. Ну, а остальное все у вас будет. Александр Григорьевич Лукашенко. К нам присоединился президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Поздравить? А вы видели этих молодоженов? Сидят на понтах, столы от еды ломятся. Смотрите, нам плевать на кризис. Мы и свадьбу играем. Это нормально? Александр Григорьевич, идет трансляция. Какая еще трансляция? Нет. Вы неправильно все поняли. Я же про других молодоженов говорил вам. А Дормидонт и Евдокия? Ну как же, это лучшие люди в России. И я поздравляю их с таким священным днем. Да, я желаю им счастья. И надеюсь, что меня пригласят на юбилей свадьбы. Первый канал поздравляет вас с днем бракосочетания. С вами были «Колхозные новости». Приятного вечера.